общем, у нас создалось уверенное впечатление, что мы не доедем на той зарядке, которая у нас осталась, и мы попросили вот людей, чтобы нас чуть-чуть подзарядили, мы пока покушаем и чуть-чуть подзарядимся, посмотрим, насколько сможем. Вот нам люди разрешили зарядиться, вот на Масхана, розетка, отключились, вроде зарядка идет, машина грязнючая. Вот, выдает 3,1 киловатт, 8 часов показывает, но мы 8 часов не будем заряжаться, часа 2, пока покушаем. Вот, ну посмотрим. В общем, не стали уже ждать, поехать решили. У нас, значит, 60%, 243 километра показывает. Ой, уже, блин, сил нет даже камеру держать. Там ехать 210 километров. Ну, вроде должны добраться. Ну, не доберемся, короче, эвакуатор или что-нибудь. Ну, придумаем, короче, что-нибудь. Еще больше приключений себе на Котен найдем. В связи с большим риском остаться на трассе, решили ехать не больше 70, но сейчас у нас идет трасса вниз, либо уклон вниз. А так мы едем 60-70 максимум. Ну, скорее всего, дотянем уже до нашей точки. Ну, время покажет, в общем. Чем больше ты едешь по трассе на электромобиле, тем больше ты с ним его чувствуешь. Потому что сейчас мы едем, сколько там, 6 киловатт, 7 киловатт на 100 километров тратим. По-разному, короче. Ну, как сказал мой друг, 12 для меня уже это много. Вот, ну... 12 киловатт. 12 киловатт на 100 километров, да, это много. Поэтому, ну, скорее всего, мы доедем до места с таким подходом и профессиональным водителем. Это называется высший пилотаж. 74 километра, 5 киловатта расход. Очередная, скорее всего, последняя зарядка, остановка на зарядку. Здесь уже мы переночуем. Сейчас у нас 1:30 ночи. Ух, тут все забито, елки, чтобы зарядку нам предоставили. В общем, у нас ситуация следующая. Остаток 13%, 51 километр. В принципе, могли не заряжаться в том. Но на всякий случай зарядили, чтобы не переживать. Проехали мы с того кафе 203 километра. Изначально выезжали, было 243. Получается, мы даже в плюсе приехали сейчас. Ну, не как черепахи ехали, но нормально, там 80-90. Для электромобиля нормально. Поэтому первый раз мы на трассе в плюсе приехали. И думаю, что это связано с ночью. Тем, что ночь, температура 17 градусов, ветра нет. Ну, в общем, много положительных факторов сыграло в том, что мы не в минус, а даже в плюс ушли. Где-то плюс получается у нас 40. Ну, в общем, сейчас башка не думает, потом посчитаем, напишем. Так, в общем, утро следующего дня у нас 51%. Мы не стали ждать уже это. Обратились к электромобилистам Караганды. Сейчас ждем ответа, поедем в Караганду.
покушаем там. Может, кто откликнется, даст нам зарядку быструю. А то уже хочется домой. Вот. Поэтому спасибо этому дому. Поедем к другому. Еще немного, еще чуть-чуть. В общем, решили выехать с Караганды на том, что у нас есть. Остаток у нас получается вот на выезде 43%, 172 километра. Будем ехать, сколько проедем, ну, по пути, если что, там, может, тоже остановимся, подзарядимся. Ну, добрые люди сказали, встретят ближе к Астане, помогут зарядиться, может, на трос возьмут. Ну, в общем, посмотрим, как у нас сложится поездка эта. Заключительный наш этап. Так, до Нур-Султана 187. У нас 160 в остатке. Чувствую, не доедем. Как в песне Высоцкого, Тимиртау, но нам туда не надо. Там есть зарядки, говорят, но нам они не подойдут. Вот, пока у нас ситуация такая. 54. Выручает только, что иногда с горки спускаемся. Мало кушает электроэнергии наша машина. Так. 120 остаток, у нас 101. Не доедем. Мы будем посмотреть, может, где-то зарядимся, на часок поставим, хотя бы 3 киловатта залить, и тогда доедем. У нас тут развивается комплекс неполноценности, нас только ленивый не обгоняет сейчас. Даже груженные фуры нас обгоняют. Ну, как говорится, амал жоп у нас. Ну ладно. Хорошо, пешеходов нет. Сейчас бы вообще был шок. У нас тут 97 километров. А ехать еще где-то 120. 110, может. Фуры в точку уходят от нас. В общем, решили заехать в Осакаровку, потому что у нас уже 67 километров остаток. До Нур-Султана точно не доедем. Надо подзарядиться и уже хотя бы поближе, чтобы подъехать. Вот заехали в поселок Осакаровку, тут мужики помогли, вошли в ситуацию нашу. Вот уже начали заряжаться. 3 киловатта медленную пока поставили, быстрая не дотянется. Вот. Ну хотя бы так, короче, нам главное сегодня доехать до Астаны. Короче, устали ждать. Думаем, доедем. Нам 101 километр надо проехать до зарядки в Астане. 124. Ну, посмотрим, что у нас получится. Спасибо жителям Осакаровки, которые помогли нам зарядиться. Вроде все хорошо, все по плану. В
вот нас сейчас обошел электричка Porsche. Чуть-чуть быстрее нас едет. Ну, ему не надо экономить, а нам надо. Ну все, мы поедем. Уже можно не переживать. Нет, там не факт, что работает. В общем, аллилуйя, мы приехали. Вот сейчас будем заряжаться в Астане. У нас 4%, 17 километров в остаток. В остатке. Проехали 1242 километра. Потратили на это почти трое суток. Без пяти часов, как трое суток. Ну, в общем, вот такое путешествие. Больше, наверное, не будем так делать.